Да все супер. Мы рады, что сюда приехали. Ребята все довольны. Опыт игровой. Так сказать, проверочный тур или турнир перед чемпионатом России финала. Вот сегодняшнее поражение для них, для всех будет примером. Что ребята напротив сегодня просто были живые. Бились, боролись. А нашу первую партию выиграли с большим отрывом. А потом расслабились. Второй игровой день, он уже более такой информационный. Уже ребята показывают свою игру. Ну, я надеюсь, что мы по ходу турнира будем прибавлять. Для Калининграда, для города это большой праздник. Видно, что люди интересуются, большой ажиотаж. Спрашивают, подходят. Я думаю, что это только на развитие калининградского спорта пойдет в плюс.